Всем привет, с вами снова Мэфик. Мне тут в комментариях написали, а что у тебя такой липгрипп огромный, неделикатный? Ну, я такой подумал, думаю, да, наверное, все-таки имеет смысл иметь липгрипп поменьше на мелкой рыбе. Вот, ну и на просторах Таобао, значит, обнаружил тут такую страничку с липгриппами меньшего размера. То есть, если 25 сантиметров у меня есть, то вот 17,5 сантиметров, он такой маленький, удобненький и гораздо деликатнее, чем мой. Ну, это страница продавца на торговой площадке Taobao. Думаю, что на AliExpress вы сами найдете без проблем. Вот тут у продавца, конечно, россыпь разных липгриппов на любой вкус. И с весами, и без весов, металлические, пластиковые, разных размеров, разных видов. Очень много. Ну, и ссылку традиционно я, конечно, оставлю под видео, на всякий случай. Вот это мой липгрипп рабочий. Вот у меня тут с этой с застежкой. Достаточно удобно все, но действительно на большую рыбу. Ну, давайте откроем посылочку. Она такая мятая вся пришла. Ну, посмотрим, что внутри. Так, ну вот такой вот челюстной захват, пластиковый, легкий, поставляется он с резинкой хомутом, одевается он, видимо, на руку, чтобы случайно не упал. Я этот хомут снимаю и ставлю магнитную застежку через заводное кольцо. Так, ну вот мои два либрипа, относительные размеры видны тут. Старый мой захват длиной 25 сантиметров и новый 17,5. Старый такой уже весь побитый, поцарапанный, много раз использованный. За то время, пока я его использовал, могу сказать, что он достаточно удобный. То есть, действительно, по той рыбе он, конечно, слишком большой. Иногда сложно его засунуть в рот рыбе. Но, по крайней мере, он не протыкает рыбу насквозь, захватывает челюсть более бережно. В общем, данный захват я, на самом деле, рекомендую всем. Легкий, удобный. Он, кстати, не тонет, то есть он будет плавать на воде, если упадет. Весит он всего 50 грамм. Ну, вот такой вот красавец. Ах, какой красавец! Иди. Иди, красавец. Это был обзор пластикового липгриппа, более деликатного. Всем, кому понравилось, могло это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще интересней. Всем пока!